Витуль, как настроение? Милбус, здравствуй, здравствуй, настроение супер. Мы тут играем драйвера. Ты тоже в описании, вон чеканок. Мы продвигаемся сегодня дальше по сюжету в игре драйвер. Точнее, драйвер пробует пройти по сюжету вперед. Сейчас, говорит, посмотрим, говорит, куда он, говорит, поедет, мы за ним. Ну и, соответственно, будем слежку делать. И может, он нас приведет к Джерику или хотя бы к какому-нибудь посреднику. Ты, говорит, ошибку делаешь, ты очень делаешь большую ошибку, делаешь, да? Right Keys 100 рублей, да ладно, соберем, я говорю, если все будет нормально, это даже пойдет не одному человеку, а нескольким, будем делить. Корос съели диском, Мильбус, абсолютно верно, вообще, красота. Блин, Right Keys, благодарю еще раз за поддержку, ничего себе. Неожиданно, донатики, это приятно, я раньше присылал другим, частенько этим занимаюсь, то есть даже ежедневно, и все как бы рады, я теперь, когда мне самому приходят деньги, я тоже этому рад, я не ожидал, что вообще такое будет, но собираем на всем на хорошее дело, абсолютно, вы можете быть в этом уверены, будем эти дела вам потом показывать. Блин, красота! Да ладно, еще сотка в Right Keys, ничего себе. Блин, благодарочка, ну ты даешь. Спасибо большое. Ты должен, главное, знать, что лучше эти 100 рублей пойдут не на Сиги, а именно людям в помощь. Да, это реально, мы поможем, сделаем классное дело. Скоро Новый год, время делать подарки. И я думаю, одного или того человека мы сильно этим обрадуем, поможем, как бы, ну, потому что... Все. Теперь я должен разогнаться с тачкой. Нифига себе. Все, прошел. На машине... я должен был ехать машине, которая тачку забрала, больше 100, чем 135. В этом заключается вся, в принципе. Но, пожалуйста, перед тем, как такие вещи решать, ты сам знаешь, у тебя задача какая, да? То есть у тебя чеканок попросил сделать там правила какие-то там, да? То есть давай, шевелись. Опа, 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 опа. Смотри сейчас, что будет. Смотри сейчас, что будет. Миссия, короче, нам надо по контроль штык пройтись. Весь через чё? А, чтобы мне еще штраф дали. Ребят, котелок закипает, потом на свежий воздух, потом стакан молока. Давай, 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 давай. Драйвер, блин, чеканок. Оба. Кстати, вопрос. Angry Wolf, сердечки, чекан, четко. Вопрос на миллион. Я, короче, скоро выпускаю влогс, то есть летние покатушки скоро выйдут. Сколько бы вам хотелось посмотреть в минуту? То есть видос на 18 минут или видос на 35 минут? Как вы считаете, что было бы интереснее? Потому что у меня есть сейчас несколько вариантов. Или я удлиняю видос до полчаса, или он остается так в районе 15-18 минут. Напишите свое мнение в чате, то есть полчаса кому-то интересно, или все-таки лучше, когда несколько видосов будут коротеньких, как бы первая, вторая часть. Как думаете? Когда азот включаешь, это вообще шикардос. Ух ты! Залетел, блин, на тягача. Блин, это просто какая-то бестия. Вот это да, вот это меня сейчас развернуло. Я попробую эту миссию еще раз пройти. Она мне очень... Да, смотри, я уже видел финишную прямую. Ха! Ах, ты проскочил. Вот. Ура! Я добрался. Так что надо было чеканок стрить. Смотрите, он предупреждал. Он предупреждал, да, драйвер, эта миссия самая легкая ламба с полным приводом. Просто езжу до финиша, не стукаюсь. Да блин. Оба. Видали, что было? Видали? Фига себе. Как там чеканоус говорит? Не финты себе финты. На самом деле, вот что-то вот типа такое, такой ТТРС, я бы с удовольствием бы прям прокатился прям в настоящем мире, но, конечно, так по заборам шоркать нет.
было бы больно жалко и вообще дорого. Красавчик, красавчик. Мне и машину мою жалко, но мы должны его потаранить, чтобы он от нас далеко не уехал, а он сваливает. Да что ты? Нет, не вздумай даже от нас уходить. Блин, челленджер жалко, старенький челленджер, да? Они думали, что это Джерико, но это, наверное, нет. Такого поворота судьбы, и тут прям прессуют, я бы сказал даже. Когда вот такие звуки, такие молнии, такие удары, получается... Обалдеть, 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 вы чего? Вот это жестко. Смотри, он прям машина одна за одной. Да ладно, блин. Блин, моя машина. Блин, все, нам хана. Я проскочил поворот, представляете? Все, каждый раз, как я вижу блиц, то есть молния, блиц, а молния, врубаем азот. Закись азота. А вот так вот сразу на грунт заезжаешь и пожалуйста. Сразу же прошел прям. Вы видали? У тебя болт колес, резина становится не... Да. Все, я сделал, что я хотел.